Всем добрый день. У меня много цветов погибло. Как я считала, что они просто адаптацию не перенесли. Два цветка у меня были в комнате. Вот чтобы вы понимали, как бы листья вот такие у них, но меня уверяли, что это просто нехватка света, либо залив, либо еще что-то. Но сегодня вот смотрите, что я увидела в пеларгонии. Я потому что ни разу даже с таким не сталкивалась. И еще я нашла на пеларгонии вот такое, как яйцо. Я не знаю, что это такое. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Сейчас буду опрыскивать их вот таким вот средством. Мне посоветовали от вредителей. Вот такая вот ампулка. Буду разводить ее на 2 литра воды. И буду все растения, тем, которые плохо, и для профилактики остальным. Хотелось бы спасти. Это Милфилд Роуз у меня, одна из любимых, а это Анита.